Московское лето в этом году какое-то очень осеннее. Но сегодня никакие причуды погоды не помешают, потому что мы присутствуем на съемках умилительного видео на умилительную песню. Это Джиган и его новый клип. Let's go! В двух словах, о чем будет клип? Но мы снимаем... Ну, о тусе. Туса охумилительная. Твоя задача на этих съемках? Я в роли такой сексуальной девушки-диджея. И все? Да. Что делать, если в Москве вот такая слякоть, если хочется потусоваться на природе? Поехать в Сочи. Можно рвануть на Лазурный берег. Ну, просто денег надо немножко подкопить. Где самые крутые тусовки? Вот в каком городе? Есть какой для тебя город самый такой классный в стране? Москва. Однозначно. Нет. Скажи, пожалуйста, если очень хочется тусоваться, ну, например, мама не отпускает. Мама не отпускает? Это что делать? Дома сидеть. Вот вы знаете, меня до 18 лет мама вообще никуда не пускала. А если, например, ты пенсионер, как тусовку собрать? Мне кажется, пенсионерам вообще не интересно тусоваться. Я вот свою маму всегда хотела взять на дискотеку, она мне все говорит, нет, нет, это не для меня. Даже если валерьяночки добавить? Это точно нет. Думаю, что это не проблема вообще. Нужно просто включить правильную музыку. Я надеюсь, что все-таки будет тепло и в Москве будет солнце. Будет жарко, и вот будем смотреть наш клип, и будем отдыхать, тусоваться. И все будет хорошо. Ура! О! Ну что мы используем?